Всем привет, меня зовут Антон Воронков. Это видео посвящено всем владельцам магазинов или небольших станций. Еще раз учимся проверять коробки Toyota 5W30, не вскрывая их при этом на подлинность. 5W30 это самый подделываемый продукт, поэтому, соответственно, вы можете нарваться на него очень легко и просто. По Новосибирску, по Кемерово, по Новокузнецку, вот буквально недавно, на прошлой неделе еще ездили ребята, предлагали по 1500 рублей купить данное масло. Поэтому давайте еще раз с вами проверяем. Смотрим 5 секунд буквально. Первый признак. Желтая обечайка. Ручки для переноски. Они везде одинаковые абсолютно на всех этих продуктах. 5W30 железной банки, 4-литровые канистры. Обязательно желтая обечайка. Такая ручка для переноски. Второй. Это скотч, который аккуратно отрезан с обоих краев. Он обязательно бумажный и обязательно в тон упаковки. А теперь самое главное, на нижней части коробки есть дата производства непосредственно самой тары, самой упаковки. Подписчики мои постоянно спрашивают, путаются в этих числах, не знают, какое к чему относится. Давайте еще раз вам объясню. Первая цифра, в данном случае это 0, это год выпуска, это 20-й год, соответственно. Второй, это у нас, вторая цифра, это у нас месяц, январь-февраль, соответственно. И третья, четвертая цифра, это у нас число, 0,8. То есть получается 20-й год, второй месяц. Восьмое число. Запомнили, да? Год, месяц, число. На боковой части канистры указывается дата, когда был продукт упакован в эту тару непосредственно. Запишите себе где-нибудь информацию, это обязательно нам потребуется. 20-й это год, B это месяц, соответственно, февраль, 10-е это число. То есть 10 февраля 2020 года. Когда была у нас сделана непосредственно коробка? В 2020 году. Во втором месяце, феврале, 8 числа. То есть с момента производства коробки до момента того, как продукт был упакован в эту коробку, прошло 2 дня, что вполне соответствует логике. Так как часто продукты картонной коробки в последнее время делаются в те же самые заводы, где делается и тара металлическая. Я раньше об этом тоже не знал, потому что думал, что коробки делаются на разных заводах. Но нет, зачастую коробки делаются там же. То есть есть небольшие цеха по производству картонной тары и на Мнегаусекай на заводе. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Жмите лайки, ставьте колокольчики, подписывайтесь на канал и будьте в курсе последних событий. Всем пока!